В 2,5 раза увеличилось количество отравлений угарным газом на востоке Казахстана. В больницы попали 23 человека. В регионе сейчас активно идет профилактическая работа. С начала отопительного сезона сотрудники служб ЧС ежедневно проводят подворовые обходы. Специалисты проверяют, правильно ли установлены печи, прочищены ли дымоходы. Под пристальным вниманием больше 3500 жилых домов. В этом сезоне запланировано поставить почти 2500 датчиков угарного газа. Может, их нужно эксплуатировать? На сегодняшний день сотрудниками пройдено свыше 25 тысяч домов. Также хотелось бы отметить, что на особом контроле у нас находятся дома, где проживают социально уязвимые слои населения. В данной категории мы сегодня устанавливаем датчики угарного газа. Порядка уже установили 1000 датчиков угарного газа. И до конца октября месяца будут установлены еще порядка 1500 данных датчиков.